Что у нас здесь есть? Памятник лежит. Да, вот это у нас со стройплощадок все уходит. Вот видим, что с кладбища также совершает хищение, то есть вот срывают памятники, покупательские тележки. Да, очень много ворованного присутствует на этой площадке. Новые запасные части. А вот смотрите, вот да, кстати, вот абсолютно новые запасные части. Да, скорее всего, это было похищено с территории какого-то предприятия. Это вот у нас что такое-то? Technologies in action. Ну, если не знаю, что это такое, тут какие-то насосы, но они практически новые, их тут. Они практически новые. Да, новые, да, как бы, ну, с упаковки, считаю. Вот. Тоже вот наглядный пример того, что это все было похищено и сдано на эту площадку. А здесь у нас приемщик лома цветного черного металла. Сейчас спросим, есть ли у них лицензия в наличии или нет. Добрый день. Имеется доска информация. Здесь указан запрещенный к приему лом, режим работы, выписка из реестра лицензии. Деятельность осуществляет у нас ООО «Трансметалл». Вот здесь написано, запрещено принимать лом с кладбищ. Вот прямо написано. А такая продукция здесь лежит. Да, ООО «Трансметалл». Ну вот. Самой лицензии здесь не видно. Вот имеется наличие газовый баллон. Газовый баллон, скорее всего, для того, чтобы здесь выжигать провода. Это все на открытой площадке. Это нарушение правил противопожарной безопасности. Это создает угрозу для жизни и безопасности граждан и сотрудников, которые могут здесь вот работать в этом автосервисе и водителей транспортных средств. Будем готовить заявление, обращение от имени общественной организации в прокуратуру Свердловской области, в природоохранную прокуратуру, Министерство по техническому и атомному надзору, чтобы они выехали с контрольно-надзорными мероприятиями и провели проверку уже непосредственно на этой площадке.